Весть о том, что Никита Сергеевич Хрущев горячо поздравил Елизавету Ивановну Штыкову с замечательным успехом, облетела всю страну. Колхозники артели «Большевик» собрались на митинг. Секретарь Ивановского обкома партии Колчин зачитал приветственное письмо. Председатель артели Маклаков, все колхозники пожелали Елизавете Ивановне новых успехов в труде. Чем же прославилась рядовая колхозница? Опытом разведения племенных романовских овец. Вкусное мясо и хорошую овчину для шуб дает эта порода. От 100 овцематок выращено 300 ягнят, настрижено 380 килограммов шерсти. Обязательство данное партии выполнено. Ферма, на которой трудится Елизавета Ивановна Штыкова, стала школой передового опыта.